Доброго дня всем, всем подписчикам моего канала, всем, кто меня знает, кто как бы ценит мое творчество. Вот зашел к вам поздороваться. Очень давно не виделись, очень. Я сам, конечно, по всем этим делам соскучился, но таковы обстоятельства, что я сейчас немножко в другой стихии, но тоже со сталью. Вы все, ну не все, но многие знают, на что я отвлекся. И как бы и я уже даже думал, я сомневался в том, что я смогу просто взять вот и изготовить сейчас бритвы после тех других всех работ, потому что думал, может, отвык, там, может, как-то подразучился. Но, как говорится, талант не пропьешь. Ну да, не скромно немножко в свой адрес, но по факту. И вот я от скуки на две руки, как говорится, произвел вот такие вот две штуковины. Это опасные бритвы. Клин. Клин не 75%, как ранее был, а 98%. Вот. Это мозаичный, ламинатный, кто как его называет, дамаск, в котором присутствует там несколько марок сталей. Такие как, ну давайте возьмем главную, то есть центровую сталь, это которая идет в середине, то есть которая выходит на кромку, это 9HS кованая. Дальше, вот это вот никель, который таким вот серебряным цветом выдает рисунок, никель, замешанный на ШХ-15 и У-10 марки стали такие вот там. Вот, с другой стороны вам еще покажу, пока тут поближе. И что? Почему 9HS? Потому что я ранее производил бритвы из 9HS, очень сложное занятие. Именно бритвы, именно из 9HS. Поэтому я как бы тогда завязал этот момент. Но сталь отличается тем, что ее сложно затупить. И не особо как бы сложно заточить. Я бы сказал, даже вообще не сложно. Тем более клин, который сведен в ноль изначально. То есть до заточки они были острые уже. А заточка просто сделала эту заточку более зеркальной, гладкой, как бы правильной. Вот. То что еще могу по этому поводу сказать? Производил эти бритвы между делом, не просто конкретно некогда. Я говорил уже там много-много раз, там на другом канале, что я один, а работы на мне столько, что тут нужно хотя бы как минимум, ну втроем, впятером как бы работать. Но я все это проворачиваю один. И поэтому вот сделал себе выходной. Сначала сделал выходной просто отпуск. Недельку отгулял. Вот, соскучился по работе, не выдержал дальше гулять. Вернулся. И вот очень мне захотелось сказать, даже вот так вот сделать. Захотелось. Рок-н-ролл жив, как говорится. Русская бритва никуда не делась. И она остается, пока я жив. Ну, а теперь, я думаю, стоит приступить к обзору. Хватит болтовни. Оправа. Рукоять кому как удобнее. G10 тонкая, легкая, прочная. Практичная. Я знаю, что многие уже оценили этот материал именно на бритвах. Клинышек в цвет. Далее приступаем к главному виновнику торжества, так сказать. Вот это вот в синеву, которая отдает, это 9HS. Вы видите, как она протравилась, интересно. Эта вот ковка, она дала такой рисунок. То есть это не вот я его там, я ее не придумывал, я его сам не делал, вот именно на этом вот синеве. Это происходит само по себе, то есть сталь сама рисует то, что ей хочется. И это здорово, как по мне. Так, вот если тут, видите, темная полоска идет, это вот та самая 9HS, которая выходит сюда, на кромку. А, да,
Что такое, ну, пальцем я тут подрезан, листом железа, ни бритвы, ни ножом, ничем. Давайте о главном. Как по мне, бритовки удачные, бритовки удобные, ширина универсальная, все ровно, ну, естественно. Я считаю, что бритовки удались. Тут вот я решил вот ставить акрил вот на ручку, то есть как бы, ну, тут рисунок, там рисунок, я не знаю. В общем, есть хорошие материалы на вот эти ручки, есть, но проблема в том, что эти материалы все продаются для ножевиков вот такой длины. Давайте покажу. Вот такой длины, а мне вот такое нужно хотя бы. Поэтому я просто тупо не убираюсь в этот размер и не могу что-то поставить сюда такое вычурное, такое особое, что-то прям сверхъестественное даже, не побоюсь этого слова. Вот, еще бы не уронить. Так, виновник данного обзора номер 2. Тот же пакет. Та же сталь, но здесь у меня никель выведен на эрл, на хвостик, то есть все вот так вот, больше его. Я сейчас показываю, надеюсь, близко, и будет все-таки на больших голубых экранах это все хорошо видно. Вот. Да, волосы рубят, и та, и другая, подготовленные к бритью. Берете, бреетесь. Вот. Если вдруг захотите, например, ее подзаточить, то желательно делать самим. Если уж прям вообще никак самим, то лучше выбрать заточника того, который реально это сможет сделать. Потому что, к примеру, вот есть такой у нас перепродавец, как бы сказать так, старых опасных бритв, прям так называется. Старая бритва. То есть он только успевает про меня. Там до сих пор еще не беспокоится. Пишет там дифирамбы туда-сюда, мол, все неправильно. И у него все неправильно. У него немцы неправильно делают. Я неправильно делаю. Французы все вообще криворукие. Японцы, ну, какие-то, не знаю, узко смотрят на все вот это дело. И правильный только то, что у него купили. Ну, так бизнес не делается, так дела не делаются. Это не по-мужски. Я не боюсь говорить вот эту правду, потому что мне все равно. Потому что у вас, я обращаюсь к вам, старая бритва, у вас это бизнес, у меня это любимое дело. То есть, понимаете, вот эти бритвы залежатся у меня на пожизненно, и я не расстроюсь. А у вас залежатся бритвы, я думаю, стоит, да, задуматься. Вот так вот. Ну, это ладно. Еще раз покажу. Я не знаю, что вам рассказывать, что говорить. Вы все сами видите, все сами знаете. То есть, что, да, да, как и почему, и для чего. Вот. Я после вот этого момента сразу же приступлю к работе, опять к другой работе, не к бритвам. И мы, скорее всего, опять долго не увидимся. Но знайте, пока я жив, русская бритва жива. Так что посмотрим, кто кого. И встречайте, встречайте. Сегодня постараюсь, практически обещаю, что эти бритовки будут развешаны на сайте «Русская бритва». Вот. В таком вот исполнении видео приложу к фото, чтобы можно было разглядеть подробно, тщательно, ну, в общем, как обычно. Все, приятно было поболтать с вами, пускай заочно, пускай вы это увидите чуть позже, но я уже чувствую сейчас ваше присутствие, и это здорово. До новых встреч, увидимся.